Все, ребят, мы едем в Соликамск с Ильюшей. Ильюша там сейчас догонит. Я просто хочу зайти в магазин, купить влажные салфетки, маленькую упаковочку. А Илья сейчас меня догонит. Все, пожелайте нам удачи. Все, ребята, сели мы в автобус. Да, Ильюша? И едем в Соликамск поступать. Держите за нас кулачки, там фигушки. Как, что там полагается держать-то? Ладно. Едем. Все, ребята, приехали мы в Соликамск, уже идем в автодорожный колледж искать, где он здесь. Сильно снимать не буду, потому что у меня карта переполнена. Ничего не скинула с нее. Так, чуть-чуть, поэтому уж не обижайтесь. Ладно, идем искать колледж, потом засниму вам его. Все, ребят, поступили. Подали, по крайней мере, документы. И ждем. Сказали, после 15-го будет точно. Ты что, надеешься, поступишь, нет? Там, говорят, очень тяжело пробиться. Мы будем надеяться. А потом, если не получится на ту специальность, которую он хочет, будем уж на какую есть, да, поступать? Так что... Как-то так, ребята, у нас. Сейчас идем на автостанцию. Ну, там по пути в магазин зайдем, на в один зайти посмотреть. И домой, домой, домой едем, домой. Вот так вот. Илья закашлял, что-то приболел, простыл. Догулялся гулёно. Ну, ничего страшного. Ладно, идем. Стоим на автовокзале в Соликамске. Смотрите, ребята, какие церкви красивые. И вот там вторая церковь. Вообще красота. Стоим, ждем автобус. Вон наш автобус уже. Сейчас поедем уже, да, Илюш? Теперь, ребята, держите пальчики, чтобы мы поступили. Очень надеюсь, что поступим. И все будет у нас самым лучшим образом. Вот наш автобус. Туда? Сейчас развернется и поедем. А? Да я знаю, что он разворачивается. И мы поедем домой. Так что у них тут новая автостанция строится, видите? А у нас закрывают, хотят автостанцию в городе. Уже несколько раз пытались, но пока продлевают, еще продлевают. А тут красивая будет автостанция, да, Ильюш? Красивая, говорю. Будет вообще красивая по сравнению со старой автостанцией. Еще бы фотографии найти в старой автостанции. Ну, красота. Ладно, ждем автобус и поедем домой. Устал? Мы купили эту, как она называется? Шаурма? Шаурму, но купили. Поели. Сок взяли. И я детям купила эти... Чокопай, ну 12 штук в упаковке за 109 рублей. И такие же соки маленькие взяла каждому, как сладости. Гостинцы. Да, билеты у меня. Ладно, ждем и домой, домой, домой ребятишек с садика забирать. Ребята, мы уже приехали домой, забрали Марину с Ваней с садика, все уставшие. Сейчас покажу, что взяла детям на подарки. Чокопай, я вам уже показывала, что я взяла тут 12 штук, всем по одной штучке, как раз хватит. Света, раздаю всем. О, потом дальше, сейчас, чтобы девочка сразу это я пила. И всем по вот такой соку. Света, Катя, Окся, Маша дай и Егорка. Все, раздала всем. Так, тут еще подают, тут документы убери, пожалуйста. Дальше, потом мы хотим сделать свою домашнюю шаурму. Я взяла вот такие вот листы. Завтра сделаем шаурму. И лаваш, два штуки лаваша взяла. Дальше мы заходили в магазин.
Пятерочку, что, автобус надо было полчаса ждать. Я взяла вот такие вот трубочки делать молочные коктейли. Как раз тут всем по одной трубочке хватит. На. Ну. Взяла себе вот такие вот носочки. Где-то что-то выходить. Потом маршмеллоу взяла. И взяла перечницу. Увидела стеклянную перечницу. Взяла. Молоть перец, да что. Вот такая вот. Прозрачная, стеклянная. Смесь перцев у меня как раз есть, а баночки хорошие нет. Купила. Дальше. В Соликамске есть социальный магазин. И я зашла, набрала там носочки разные. Вот такие вот носочки. Такие носочки. Такие носочки. В основном носки только взяла. Такие носки взяла. Ванечки носочки. Еще носочки. Я их много взяла, ребят. У нас носков много не бывает. Но у нас они быстро все израсходуются. Я в основном маленьким брала, да. Маленьким в основном брала в садик. Еще. И еще. Вот такие вот в целом все у меня покупки. Это Ванин, вот сок Ванин стоит. Ванечка, на сок-то где он? На сок-то сок. Не хочешь сок? Ну вот, в целом покупки. Устали очень сильно. Сейчас будем отдыхать и чай пить. Все, ребята, отдыхаю. Папа идет, ну хорошо. Пришла домой, и тут меня ждал сюрприз. Помните, я как-то говорила, что я участвую в конкурсах на ютубе в разных, особенно вышивальных. Это вообще моя бомба. И у меня сегодня пришла посылка. Светик, правда, ее открыл, уже шоколадку они съели. Ну, это, видимо, для детей положили. И тут мне от канала Наталья Наталинки пришла посылочка. Там вот такая милая открыточка с пожеланиями. Одна. А две, вторая это в наборе. Вот такое вот пожелание. Потом дальше вот такое вот снежинка прозрачная пришла. Будем обязательно вышивать. Вот такие вот стикеры красивые. Что насчет бруса у вас? И вот такая схема. Ничего? Голова нету нигде. На улице нету. Красивая? Вообще бомба схема. Я ее выиграла. Ой, дети мне отдохнуть не дают даже. У меня так ноги гудят, и они меня, мама, везде тащут. Ох, ладно, пошла к Ване. Ребята, у нас время ночи. Я решила посмотреть рейтинг моего сына. Вот мы на специальность автомеханика подали автодорожный. И он 377-й, вот Саникидзе Илья Романович. 49-е было заявление его. Очень надеюсь, что мы поступим. Держите за нас, пожалуйста, пальчики. Молитесь, чтобы ребенок поступил. Я очень надеюсь, что в этом году мы сможем поступить. Так что, дай бог, будем ждать результата. Все, ребят, привезли нам мебель. Выгрузили уже. Уйди, Марина! Ильюша, ворота закроешь? Опять вы тут загазуете все? Тебе помогать надо или сам закроешь? Ну все, привезли. Она в разобранном виде. Документы мне дали. Катя, убирайте все это ваше. Ваня, что, Бибика приезжала? Бибика была? Пойдем смотреть. Пошли? Все, мебель привезли. 9900. Мы ее оплачивали. Эко-кухня. Ура! Так, вот она вот вся в таком состоянии. Так ее потом собирать будет, Света? Это наоборот хорошо, потому что мы еще ничего не приготовили, ничего не сделали. И окна нам еще не привезли. Это хорошо, что она в таком состоянии сейчас. Поэтому все, кухню привезли, ура-ура.
Ребята, я запекаю курицу в духовочке. Дети сегодня попросили курицу, поэтому муж съездил в город и взял две курочки. Вот, уже перевернула там, потому что верхушка подгорать стала, духовка плохо готовит, поэтому переворачиваю по несколько раз. Ладно, отправляем снова в духовку.